Рад приветствовать на канале. Малахитовый зеленый. Кондиционер для аквариумной воды. Кондиционер малахитовый зеленый. Раствор синтетического красителя малахитового зеленого. Кондиционер малахитовый зеленый предназначен для создания и поддержания безопасной, здоровой среды в аквариуме, препятствующей развитию находящихся в аквариумной воде вредных микроорганизмов и простейших. Кондиционировать воду с помощью кондиционера малахитовый зеленый можно только в аквариумах, в которых содержатся взрослые рыбы следующих групп: живородящие и кромечущие карпозубые, лабиринтовые, африканские и американские хороциновые, цихловые, карповые, в том числе барбусы, разборы и золотые рыбки декоративных форм. Для аквариума с другими рыбами, особенно не имеющими чешуи, а также для мальков и подростков, необходимо выбрать другой кондиционер или снизить концентрацию данного кондиционера по крайней мере в 2 раза. Способ применения. В одном флаконе 50 мл раствора содержится 10 мг красителя малахитового зеленого. Это количество рассчитано на применение в аквариуме с объемом воды 100 литров, то есть по 5 мл данного раствора на каждые 10 литров аквариумной воды. В качестве мерной емкости вы можете использовать колпачок флакона, который вмещает приблизительно 5 мл раствора. Определенное количество кондиционера, рассчитанное на весь объем воды в аквариуме, разбавляют свежей отстоявшейся водой в стеклянном сосуде емкостью 200-250 мл. Затем этот раствор постепенно, равными порциями, в 3 приема с интервалами 20-30 минут, переливают в аквариум, осторожно перемешивая при этом воду. Переливать в аквариум сразу весь раствор недопустимо. Кондиционер вводят в аквариумную воду через каждые 7-10 дней. Перед добавлением кондиционера рекомендуется производить подмену 1/2 объема воды в аквариуме. Процесс кондиционирования может длиться до месяца и дольше. Период кондиционирования воды из аквариума следует удалить биофильтр и фильтр с активированным углем. Температуру воды рекомендуется повысить до 28 градусов и поддерживать на этом уровне до окончания кондиционирования. Однако делать это надо с осторожностью, наблюдая за состоянием рыб. Для освобождения воды от окрашивания по окончании кондиционирования применяют фильтры с активированным углем. При необходимости можно повысить эффективность кондиционера малахитовый зеленый, применяя его одновременно с кондиционером сульфат меди. Из расчета: 5 мл кондиционера малахитовый зеленый и 5 капель кондиционера сульфат меди на каждые 10 литров аквариумной воды. С осторожностью применять в аквариумах, в которых содержатся беспозвоночные. Спасибо за просмотр. Подписываемся на канал.